Фермер произвел, покупатель приобрел. Как исключить из этой цепочки лишние звенья в виде многочисленных перекупщиков, обсуждали сегодня члены «Единой России». В партии провели по селекторной связи заседание федеральной мониторинговой группы. Она должна следить, как выполняется новый федеральный закон о регулировании торговой деятельности. Его приняли, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, в частности, дать возможность аграриям напрямую выходить к покупателям, чтобы не взвинчивались цены. Получается ли этого добиться? Это и будет контролировать мониторинговая группа «Единой России». Мы прекрасно понимаем, что если товаропроизводители будут расширяться, то, соответственно, это будет увеличение рабочих мест, соответственно, это будут поступления в бюджет, соответственно, это будет дополнительное выполнение социальных программ. Поэтому местная власть как никогда заинтересована на сегодняшний день в том, чтобы товаропроизводители наши развивались.